стационаров, которые срочно перепрофилизировали, оказывать экстренную помощь. И вот как будто властью тогда был этот момент пойман, уловили. В ноябре месяце открываем эту больницу, и поток пациентов туда пошел. Вот. И начиная с ноября 2020 года и практически по апрель 2022 года эта больница была заполнена на 100%, иногда даже на 110%. Вот. Она на 200 коек, из них 20 реанимационных, функционировала в автономном режиме, за исключением того, что сюда еду привозили, прачечная была в отдалении, отсутствуют эти структуры. А так все остальное. Здесь газовая котельная находится, дизель-электростанция, очистные сооружения, дезинфекция транспорта и так далее. И вот начиная с приемного отделения, вы сразу сориентируйтесь. Бокс, в котором мы находимся, он для приема пациентов в тяжелом состоянии, средней тяжести, ну, нуждающихся в стационарной помощи, либо диагностических исследованиях. Таких боксов 5. Оборудование в исправном состоянии – это компьютерный томограф, на котором диагностировано было больше 10 тысяч пациентов. Еще есть и в цифровом режиме работает рентгеновский аппарат.